Так, осмотр ограждения будет из двух частей. И несколько маленьких шортиков будет по остальным частям. Вот и там ограждение из полиэтиленова. Они идут до самой остановки. И останавливаются дальше, нет, и кусты. Мы сейчас посмотрим, что здесь происходит. Во-первых, все это как бы низко болтается. Все является это ограждение, не является полиэтиленовое. Что есть, то есть. Так. Написано, что прохода нет. Почему не снаружи? Здесь вообще не до пояса. Смотрим. К этой конструкции может ли она упасть. Стоит. Смотрим. Стоит глубина. Провалится. То есть фактически забор вот был ограждение полиэтилена. И закончилось. Дальше все. Дальше ограждений нету. Через самое опасное. Там мусор, камень. А, здесь он опять появляется. Вот этот близок. То есть почему вот эту часть не перекрыли? Либо здесь, либо вот здесь. А, ну здесь тоже ничего не перекрыто. Какие-то. Вот что за ограждение-то? Теперь работные люди строили, что ли? Опа. Все болтается. То есть вот отсюда хорошо видно, что забора там нет, ограждения. То есть маленькие заборчики есть чугунные. Так же, как с другой стороны. То есть получается, по правилам безопасности, то есть угроза есть, а то, что кто-то может попасть, получается, у нас он там Big Lake, в ночное время работает, кто-нибудь зайдет, отрезу. В том месте вот пар бухло. Вот сейчас это выходные как раз будут. Кто-нибудь пеньки пойдет на остановку, еще куда-нибудь идут, ноги попереломает. Ну, так же люди могут сюда проникнуть, подраться. Камнями кидаться, убить кого-нибудь. Что как-то так. Клятвенное обещание подрядчика о том, что он ограждение сделал, не выполнено. То есть получается по всему периметру ограждение то, что не установлено. Работы начаты согласно паспорту 1 апреля, то есть загодя должны были и остановку перенести. Или закрыть. Ну и можно было дальше перенести за перекресток. Ничего страшного не произошло бы. То есть получается у нас сроки 1 апреля, то есть заказчик муниципалитет. Руководитель Гашев Сергей Анатольевич. В принципе, с комитетом могли по транспорту отработать, чтобы эту остановку перенесли.
по факту получается, что оно раскопано. Люди прыгают через канал, дети. А перенесли бы дальше, все куда. Там место есть.